Этот причудливый пустынный дракон получил название пояса-хвост. Ареал обитания этих удивительных ящериц – каменистые и засушливые регионы. Некоторые виды обитают высоко в горах, прячась в россыпях валунов. От остальных ящериц пояса-хвостов отличает наличие крупной чешуи в виде прямоугольных пластин, которые покрывают костную основу животного. Свое название семейство получило благодаря чешуе, образующей на хвосте широкие кольца, своеобразные пояски. Почуяв опасность, пояса-хвост сворачивается клубочком, обхватив кончик своего хвоста зубами. Из-за такого способа защиты этих животных прозвали ящерицами-броненосцами. Разнять в таком положении пояса-хвоста невозможно. Некоторые представители вида при возникновении опасности прячутся в щелях между камнями, поэтому нападавший не имеет никакого шанса вытащить их из убежища. Их рацион состоит из мелких насекомых и беспозвоночных, но основным источником питания являются термиты, еще одно сходство, которое эта ящерица разделяет с броненосцами. Спасибо всем за просмотр ролика до конца, надеюсь, вам понравилось видео.